Новая детская игровая площадка, велодорожки, зоны отдыха, гостевая экопарковка. Все это в следующем году появится в Дрезденском парке культуры и отдыха. Ульяна Пятакова изучила планы и перспективы. Парк культуры и отдыха в Ибресях – любимое место не только жителей поселка. Сюда приезжают со всей республики. Территория, в которую невозможно не влюбиться. Живописная набережная, тихая роща и густой лес. Работы по благоустройству уже начались. Начиная отсюда, все ремонтные работы плавно переходят в парк культуры и отдыха, где у нас ежегодно проводятся праздники, песни труда и спорта, день поселка, хорошее живописное место. Сейчас, как говорят местные жители, не хватает площадок для модного воркаута, спорта на улице, в переводе на русский, и велодорожек. Потому что детям негде кататься, ну, в общем, велосипед не можем купить, потому что я не знаю, где ее учить. Да, вот, тротуаров тоже нормальных вот там нигде нет, вот здесь будет очень хорошо, да, и бегать хорошо. Где-то дорожки уже проложены, а где-то еще щебенка, но и нынешнее положение дел уже радует. Все, население нас тут радует. Как хорошо будет. Говорю, даже вот эта тропинка тоже нас радует. Уже ходим, то есть гуляем до набережной. Очень приятно, хорошо играть. Зимой велотреки превратятся в лыжню, а местные жители из велосипедистов в лыжников. Ульяна Пятакова, Игорь Зверев. Республика из Ибресинского района.